Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Владимир Путин поставил перед Владимиром Зеленским вопрос о выполнении Киевом Минска-2. Пресс-служба Кремля сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. В состоявшемся телефонном разговоре главы государств обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. РИА Новости сообщает, что в разговоре президент России подчеркнул важность полной и безусловной реализации Минского комплекса мер и решений, принятых на нормандских саммитах. Сообщается, что Владимир Путин прямо поставил перед украинским коллегой вопрос, намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности. Пресс-служба Кремля уведомляет, что в разговоре президент России выразил полную готовность продолжать содействие освобождению и обмену лиц, связанных с конфликтом в Донбассе. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.